Алло, алло, всем привет, всем добрый вечер, добрый день. Сегодня у нас вот какое-то странное КВ, у нас Рокшир Лига против китайцев, у которых сейчас как бы 10 вечера, но они опаздывают. То есть они до сих пор мне не скинули лайнап уже как бы 6 минут. Вот, жду от них ответа какого-то. У нас как бы лайнап имеется, он сегодня не полностью протосский. У нас первый игрок протос Шемес, потом идет Райм, дальше Уед. И есть такая проблемка, что у нас как бы идет сейчас Котх. Вот, и как бы Шемес хочет раньше в своей очереди сыграть, а Уед после, типа вот сейчас Уед играет. Он выиграл Би, и непонятно еще сколько ему за это играть все. И непонятно, то есть мы вообще успеваем или не успеваем, а никакой конкретики от китайцев нет. Ну, типа, добрый вечер, как бы там играем. И типа... Так, появились наконец-то information о лайнапе. От них играют следующие игроки. Rewite, Stargazer, Young Zest. Все протосы. Опять вот такая странная тема, что они почему-то играют одновременно против все КВ. Ой, все ПО2. Какая-то странная тема у них. Почему-то как будто они вообще не знают правила именно нашей лиги. Или им сказали, типа, а, у нас правила такие же, как на вашей лиге. И они такие, а, значит, можно играть все подряд. Так, ну ладно, создаю карту. У нас первая карта Грисван. Что-то я чувствую, зря я окно открыл. Начинается какая-то жестила. Ух ты, у меня же глючит, грузит карты. Так, сейчас пойду окно закрою. Так, я окно закрыл.
Надо карты грузить, получается. Хотя странно. Неделю назад уже заходил, все было. Так, ну ладно, Грейс Ван. Так, Еу Вест для нас. Так, да, всем привет, кто присоединяется. Должны все потоки работать. Да, Шеймлес, ой, Шеймлес. Шайнеры, я согласен с тобой, какая-то шляпа наблюдается. Так, да, вроде все потоки прутся, идутся. Только не знаю, ВК работает или нет. О, да, заработал. Слушайте, прикольно, я вроде разобрался, как делать. Главное, ничего не трогать, я понял. Так, и я решил, что я буду название менять после старта, а то это как бы неудобно, короче, становится. Так, так, так. Что-то я потерял. Ну ладно. Так, только присоединился у нас КВ на Ракшире. Привет, Нишихе. И варианты еще есть. Я так чисто для интереса, мне захотелось посмотреть, какие там вообще там ожидания и так далее. Ой, ну капец, уже как бы... Какая-то странная ситуация.
Так, слава богу, все на месте, можно запускать, поехали. PvP начинается. Так, грузится карточка. Так, карта Грисван. Снизу справа у нас HTT Shameless, он же Shame. И сверху слева синий Ревайт. Тоже Протос, сейчас будет очень интересно посмотреть, как PvP играют китайцы. Все хайпают так нормально. Давайте откроем World Team League, позырим, что там было в плане статистики. Так, Starlight, Twinkle, как они туда попали? Значит, они, ну вот, который сейчас 23-й год кончился, который недавно. Значит, они играли в квалах, выиграли Платун 4-2. Там чем 1-1, Ревайт 1-1 и Северкроу 0-2 Спириту проиграл. То есть у них еще Спирит за них играл в то время. Потом они обыграли К10, Спирит 2-0, чем 2-0. А Ревайта обыграл Фон Мона, небезызвестный, кстати говоря. Но они не знают, на чем играли этот сет. Дальше играли со Старкомом и они проиграли. Значит, Ашбрингер 2-0 выиграл. Вейн, он же Ваня 1-1 со Спиритом сыграл. И чем обыграл Касса, но в Эйсе Вейн выиграл Спирит. И дальше Starlight Twinkle попал в лузера. То есть этого раунда был лузера. Они там играли Little Fairy. Чем 2-0 Fighting Frog. Ревайт 1-1 Урин. Уруф какой-то. И Спирит 2-0 Циана. И дальше они выиграли Пиццу. Спирит 2-0. Ревайт 2-0. Чем 2-0. То есть, в принципе, Ревайт при наличии Чема и при наличии Спирита был у них в стартовом лайнапе. То есть, это такой достаточно у них основной игрок. Дальше смотрим код А. В код А они опять попали на Старком. И тут их они обыграли. Спирит 2-0. Эшбрингер, Касс 1-1. Ревайт. Вейн 2-0. Чем. И потом Вейн проиграл Спириту. Дальше Starlight Twinkle выиграли Berserker Esports. Ну, пока тут лагает, к тому же. Они, значит, обыграли Berserker Esports чем 2-0 Димага. Spets выиграл Ревайта 2-0. И потом Spirit выиграл BattleBee 2-0. Вот, и, собственно, они попали на Базилиск, где отлетели 0-6 ожидаемо. Ну, у них был вообще странный лайнап. Видимо, они по приколу поставили. Там ничем, никого. И внизу они сыграли с Абидос и выиграли Абидос 4-3. Кюр выиграл Спирита 2-0. Ревайт сыграл с Найтмэром 1-1. И чем обыграл Монда 2-0. И дальше Спирит обыграл 1-0 Кюра. И потом они сыграли в гранд-финале опять с Базилиском. И там то же самое все продолжилось. Только Спирит забрал одну карту триггера. То есть, в принципе, это топ-2 этого код А. Вот. И, соответственно, естественно, они попали в основной этап. В основной этап они закончили на, получается, сейчас скажу, на 10 месте из 12. То есть они не попали в плей-офф. В плей-оффе было 7 команд, соответственно. 3-8 по матчам, 25-44 по очкам. То есть, в принципе, вот если мы хотим попадать в ВТЛ, нам вот такие команды надо обыграть. Давайте посмотрим,
что происходит. Ревайт идет пешком напрямую к Шеймлесу. Шеймлес идет немножко по обходной такой траектории. Но по сути тут все симметрично происходит. Но тут у Шеймлеса Адептура, а не сталкеры. Так, тут драка за пилон. Тут драка за Харас. Немножко пробился у Шеймлеса один сталкер больше, чем у оппонента. Тут адептов отогнали. Но главное, пилон стоит. Адепты живы. Пока что все это выглядит как такое. Танцы вокруг друг друга. Ну, смотрите, тут сталкера Ревайта находят адептов. Ой-ой-ой, тут еще и палится Оракл. Адепты как-то смогли выжить, я вообще удивляюсь. Тут приходит пробка, типа на черт такой. Но тут есть пилон. Летит Оракл. А тут идет тоже, кстати, Оракл. Смотрите, прям все симметрично. За исключением того, что здесь адепты были в опинге, а там сталкера. Но здесь, смотрите, готов к прилету Starlight, Twinkle, Revive. А здесь не готов нифига абсолютно Шеймлес. Нарубают тут рабы. Вот тебе и на. Но тут зато пробегают адепты. Но что-то не контролит их должным образом Шеймлес. Ну, какое-то количество пробы добрал. Где эта штука? Такая вот фигня. Давайте посмотрим. То есть, ну, номинально и в реальности Шеймлес отстает, причем прилично. И именно на макро моментах. То есть именно он фиговее строит все. Так, второй Оракл-то будет у Ревайта? Не, не будет. Какой-то наглый врыв. Да, на мейне было бы больше удачи у этих ораклов. Ну, смотрите, делает Феникса Ревайт. Сейчас важно иметь рекол. Опа! А вот тебе и на. Минус один Оракл, а в перспективе минус два. Только зачем-то еще и с Ораклом тут летает товарищ Ревайт. И идет, смотрите, вперед под пуш, 5 сталкеров. Кстати, блинк есть. О, Шеймлес теряет второго Оракла. Пошел фокус, минус первый сталкер. Но тут почему-то влетает в стройку товарищ Ревайт. И разменивается лучше тут Шеймлес. Но что-то он зажался, я не знаю, что он делает. А, понятно. Ух ты. Смотрите, интересно как. Вот такой это странный стазис. Сами игроки не знают, что делать с этим. Ну, отступает Ревайт. И если сейчас Шеймлес пойдет вперед, то он как бы имеет шансы пробить, потому что у него побольше будет армии. 19 на 22. Где-то заказан, наверное, какой-то... А, варп просто, понятно. Ну, тут две батарейки уже как бы подняк получается. Надо разводить как-то, да, правильно делает Шеймлес. Посмотрим, что получится. Тут есть, правда, тоже батарейка. Но если выйдет Immortal, тут вообще ничего не поделать. Ну, очень нагло действует Ревайт. Очень наглый даварп. Ну, вот смотрите, сколько тут сталкеров. Очень плохая позиция для синего протоса, но его достаточно. Очень такой странная игра, конечно. Там уже есть первый Мортал, по идее, где-то. Да, вот он.
Верчардж закончился. Фокус Иммортала успешный. Но теперь сталкеров больше у синего Протоса. И это GG, скорее всего. Ой, куда-то не туда еще пошли сталкера. Так вот печально. Так, следующая карта Нео. Мне еще эта карта. Создаю карточку. Что-то как пес какой-то. Так, ревайт готов. Счет 0-1, 1-0. Что-то программка втыкает. Так, в этот раз снова такие же респауны. Тоже сверху ведущий в этом было 2 со счетом 1-0. Ревайт Протос команды SLT Starlight Twinkle. А снизу справа у нас красный Протос HTT Shameless. В принципе, выглядел нормально Shameless. Мне, в принципе, первая игра понравилась. Все более-менее одинаково, но абсолютно разный подход получается даже к выбору первых юнитов. То есть у Shameless такой супер классический стандартный опенинг через адептов и потом Oracle. А там все-таки сталкера
и один оракул. Короче, прикольно. У меня прям флешбеки были от пилонов всяких спрятанных. А, Шеймлес пугает. Воевать, наверное, сейчас пойдет сюда, потом смотреть. Ревай, в свою очередь, видите, не пугает особо своего оппонента. Все стандартные, в стандартных местах. Шеймлес тут полностью разрешил ставить базы и теряет пробку. Здесь как бы спалился со своими планами. Меняется пилон. Здесь, видите, Ревайт ищет всякие прокси. Причем много где ищет. Он именно ищет агрессивный прокси. Но это не агрессивный прокси, это бамбузл прокси, которая напугает просто оппонента. Собственно, вы видите, как он напугался. Чтобы он не сильно обнаглевал. Но он как бы... Ну, в принципе, я могу что сказать. Могу сказать, что он не заказывает супер рано технологии вместе с Нексусом. То есть у Шеймлеса пораньше Нексус, технологии также нет. И вот смотри, сколько уже сентрей. Здесь сентрей нет, только одни сталкера. Вот сейчас первые две сентри появятся. И здесь идет все-таки прокси-пилон. Такой вот прокси-пилон. Пробка так и не может найти прокси-пилон вот этот обманный от Ревайта. Видит Фениксом, что здесь роба. И пошел тут за варп двух адептов. Здесь есть сторожевой. Тут Твайлайт, кстати, почти доделался. Давайте смотреть, как реализует Ревайт этих адептов. Пошел, блин, я вижу, от Шеймлеса. Так, дверь закрыта. Два сталкера пошли искать, кто это там такой наглый. Что-то у меня включился трова. Надо его вырубить. Так, не нашли адептов. Два сталкера. Потому что они аж вот сюда убежали. Так, и смотрите, тут обсервер первым юнитом от Ревайта был. Летит он вперед. Блин, тут аж бустится у Шеймлеса. Три гита. Здесь, смотрите, уже доделался почти иммортал. Ну и, походу, пора заказывать третью базу обоим игрокам, причем. Да, Шеймлес заказывает. И прям под Фениксом. Ну, Ревайт в этой игре, видите, намного пассивнее как-то действует до сих пор. О, сталкера увидели. Ну, вернее, не сталкера увидели, а вот эта вот иллюзия. Увидела, что там прокси-пилон, и они пошли, соответственно, вырубать. Ну, тут, смотрите, прокси-пилон Шеймлеса спален просто тупо на ксилнаге. Это небольшая, конечно, недоработка в том плане, что позиционирование не очень хорошее пилона на ксилнаге распалится. Тут я где-то видел, что обсервер прям висит у Старивайта. А нет, он его вернул, походу. Так, и пошел, походу, под пушек. Нет? Нет, теперь думал ставить третью базу. Здесь до варп двух адептов. А тут два адепта, те самые, которые были на вот этот почивший пилон варпнуты. Уже как бы добрый вечер. О, тут, смотрите, палится как раз это все дело от Шеймлеса. И теряется и пилон, и два адепта. Ну, вообще, очень опасно действует Ревайт. Тут можно попасть на форсфилды неудачные. Видит Шеймлес, что к нему идут. Ну, сейчас он тут зажмется, как вот помните, игра была у Еда. По-моему, прям то, что было тогда, происходит сейчас
Шеймлесом. Так, отправил небольшое количество сталкер подбиваться. Здесь посмотрим, как будет реагировать Шеймлес на этот подпуш. Он как бы видит оппонента своего. Минус 5 пробок. Очень прилично нахарасил ревайт. Но почему-то у него меньше лимита. Наверное, заключено это вот в этом графике. Первый иммортал появляется у Шеймлеса. Вообще-то нет фаржи. А здесь тоже нет фаржи. Тут прям масс будет пуш, походу, с трех баз. Без апгрейдов. Тупо миллиард гейтов. Вон 6 штук добавлено в моменте. Это какой-то новая new мета. Что это такое? Так, фаржа начинает изобретать плюс один на атаку. Добавляет и Шеймлес, в свою очередь, гиты. Немножко есть у меня претензия к установке пилонов, а то, видите, на одном пилоне тут сколько? 3 гейта. Так, и смотрите, ревайт, походу, вперед постепенно начинает двигаться. В плане контроля карты у Шеймлеса очень печально в этой игре, прям хуже, я не знаю, как может быть. И сейчас, походу, тут какой-то размен наклевывается, потому что, смотрите, основная армия Шеймлеса на половине карты ревайта, а вся армия ревайта на половине Шеймлеса. И это плохая новость для Шеймлеса, потому что по частям драться намного хуже. Пошли форсфилды от обоих игроков. Имморталы, правда, бездельничают. И какое-то непонятное что-то происходит. Какой-то рекол куда-то. Я не понял, куда рекол. А, на мейн, наверное, да? В общем, Шеймлес выбрал отбиваться, пытаться. Форсфилдов там еще достаточно, кстати. Пошел уже фокус. Нексус очень херовый форсфилды от ревайта. Я не понял прикола, если честно. Растягивается тут сильно обе армии. Супер пилон тут оделся. Опа, пошел, блин, вперед. Минус раз иммортал, минус два иммортал. Нет, второй иммортал чуть попозже. У Шеймлеса живут два иммортала. Но смотрите, как много юнитов у ревайта. Так, пошел замес с иммортал. Надо отступить под батарейку. Нет. Она опять достает все равно. Шеймлес тут отбивается, но у него почему-то лимита меньше. Загадка Жака Фреска. Ну, там потеряно было больше... А нет, слушайте, даже больше у ревайта. А, нет, все верно. То есть три иммортала убил Шеймлес, а тут два иммортала убил этот китаец. Ну, кстати, нормально. Так, уйдите. Как? Все. Тут Нексус только строится, здесь готовый. И что происходит? Шеймлес делает призму. Чардж лотов подстраивает. А, он тут на половине армии оппонента. Ой, на половине карты оппонента находится. Ну, посмотрим. Тут тоже, кстати, уже есть чардж лоты, но они не чардж лоты. Они просто лоты. Поэтому, как бы, может произойти добрый вечер. Он пошел как раз тот добрый вечер начинаться. Минус батарейка. Плюс один есть. Ждет плюс два Шеймлес. Зилоты медленные. Выглядит печально. Ой-ой-ой. Но тут батарейка есть сзади. Шеймлес не знаю, зачем дерется. Надо отойти все-таки. Сейчас в него прыгнут просто и будет неприятно. В лоб пробивает натурально, как бы. Тут какой-то чего-то. А, нет, это сервер. Пошел оверчардж. Сейчас будет блинк. Блинк пошел. Блинк пошел от... Шеймлеса не дает пользоваться батарейкой, очень правильно делает. Пошел контроль призмы какой-то уже унылый на самом деле. Ну и к одному это все склоняется потихой. Не получилось пропушить. И в итоге получается неприятная ситуация для китайского протоса. Там еще и Морта застрял у него. А сейчас что-то немножко Шеймлес не доконтроливает, у него зилоты не идут в атаку. Но ему тут достаточно это, что происходит. Минус призма. Иммортал просто предатель. А, он застрял. Он застрял. Лоу. Так, ну ладно. 1-1. Так. Далее у нас будет ПВЗ, Royal Blood.
Так, у них как раз вот этот, да, Старгейзер, давайте его сейчас. Так, все готовы, поехали. Так, счет 1-1. И представитель команды SLT Stargazer. Сверху справа респаунится. Красного цвета Протис. А снизу слева у нас розовый зерк Prime. Из HTT. Я уж не помню почему, но я почему-то, когда на Америке делал клантек, я почему-то там дописал NA. Типа North America. По-хорошему, по-логичному, надо было просто US, типа написать, типа Америка. Сервер же называется US. А я почему-то её добавил, короче. Но это был мем в те времена. Went full NA, типа. Так, ну смотрим, что тут Райм исполняет. Пока что я ничего такого супер опасного не вижу.
Так, здесь я вижу Старгейт, Трайм его обнаружил. Где делается скорость. Собаку пытался пробежать, ее убили, я так понял. Угу. И вот это вот что-то новенькое. Хотя не, просто тут такая стенка, поэтому здесь второй гейт находится наверху. Так, и надо спрятать вообще оверлорда, а то его сейчас сталкер прогонит. Нужно чекнуть, что там еще построилось, наверное. И потом уже убегать. А, ну здесь ставят третью базу, просто-напросто Старгейзер. Оракл вылетел уже. Спорки тут выходят. Так, прямо под Квин прилетает Оракл. Немножко пробивает хитпоинты. И собаки тут пытаются что-то нарулить. Кстати говоря, обняли собаки адепта. Очень неприятно, конечно, для Старгейзера. А, решил просто хилон сажать. Ну, кстати, это удается Райму. Интересно. Так, и попытка опять сожрать адептов. В принципе, может быть, даже кого-то подгрызет в плане хитпоинтов. Прогрызет. Да, обоих прогрызли сильно. И прям Link Flight летит прям нормальный такой. И тут не будет никаких там пилонов, там батареек сверху. Ну, правда, включается Oracle. Пошли опять. Нет, все-таки решил Райм не париться, а просто сгрызть даже под огнем Оракла. Сильно тут зажались так адепты. Ну, смотрите, отбивается Старгейзер, наверное, поспешил все-таки Райм. Надо было подкопиться, а тут теперь, смотрите, еще три адепта добавлены, уже ничего не сделаешь. И там доделывается этот самый... как его зовут-то, блин? Глефы. Так что печально. Сейчас Райму надо будет как-то отбиваться. 33 собаки потерял на этом деле. Печальненько. Ой-ой-ой, сейчас можно еще вот этих собак потерять. Частично. Ну что-то тут Старгейзер немножко на мой идет, но это, конечно, не мешает абсолютно ему забрать этих собак. Тут одна квина только, и Бейлинг Нест только доделывается. Вот вторая квина подошла. Третья, четвертая, пятая. И сейчас будут разводить вот так вот Райма влево-вправо. Заходят тут на натурал Глеф Депты. Тут только собаки, и хорошо встает Протос на рампу. Тут дотекание. И на мейн, походу, проходят. Да, проходят на мейн адепты. 90 лимит у Протоса, на 70 зерга. Шейд что-то забыл поражать, правда. Но тут еще 4 адепта на третью заходят. Пошла нарезка, как говорится. А тут третья вовсю работает, добавлен даже адепт. Ой, смотрите, адепт Оракл. За шейд пошел, но в этот раз, в первый раз, наверное, шейд неудачный показался со стороны Протоса. Ой-ой-ой, Куину, конечно, вот это можно было не терять. Так, там Коготь доделывается, но здесь, смотрите, призма, чардж, плюс один. В принципе, не хочет сильно затягивать игру, я так понимаю. Старгейзер, а здесь как бы четвертая база. Так, заходит сюда юниты Старгейзера, начинают фокусить четвертую базу. Конечно, ее быстро отменяют. Даже забыл отменить ее Райм. Райм просто решил размен баз типа сыграть. Но я не знаю, как у него тут получится.
Оракл забрали. Так, ну собаки сзади подбегают, типа попытаются что-то нарулить. Ну, я что-то не знаю, если честно. Конечно, растянулся сильно Кротос. Но плюс один Зилот, и это как бы нормальная тема. Жижи пишет Райан. Так, следующая карта Dragon Scales. Быстро собралась катка. Так, загрузилась карта. О, теперь все верно тут отобразилось. Сверху справа у нас, кстати, опять получается так, что ведет команда китайская, как было 2. Так, тут все стандартненько. Опа, пошел контроль, пошла жара. Здесь тоже ко всему готов уже красный Протос. Проб отпустил. Но походу он не в курсе, что там фул рабов. Потому что тут до сих пор стенка не закрыта. Но тут пробка есть еще. Пошла батарейка. Так, фокус чего? Все верно или не все верно? Надо батарейку, наверное, дофокусить сначала. Там адепт, кстати говоря, нормально надает. Ай-яй-яй, Райм немножко не сконтраливает. Смотрите, пробки вышли и все сожрали. Слушайте, это не имба теперь получается, страта. Можно сказать, Райм отбился, но тут один адепт, правда, остался. Пробки законтролили, получается.
Блин, ну там был моментик, на самом деле, можно было подконтролить. Ну тут, сами понимаете, как сказать-то, блин, пинг, тогда туда-сюда. Ну тут что-то даже не хочет почему-то. Или такой байт, наверное, байт такой. Не хочет дверь закрыть, я имею в виду. Опа, 4 собаки. Ну и все равно, по-моему, китаец сконтролит. Да. Тут делается центрик. И у Райма 7 лимита. То есть, как бы... Добрый вечер. И еще и центрик вышел. Ну, в общем, GG. Any second. 6 лимита на 16. Ну, две собаки при всем уважении как бы не сломают центрю. Сломают, охренеть. Я что-то не знал, что две собаки убивают центрю. Джи-джи! Карта.
Так, в общем, ждем мы от них эйса. Если у них чувак не хочет играть, нам под них подстраивать, короче, впадло. Решили, что мы не будем такой фигней заниматься. Какой ужас. Я, если честно, прям расстроен, если честно. Вот с мистер Гейминг все было четенько. Так, ну вроде все разобрались.
Так, у нас загрузилась карта. Это у нас эйс, получается, у них нету третьего игрока. И, соответственно, играет ревайт на эйсе. Вот он уед, который не удалось сыграть его сеты обычные, потому что игрока нету. А, соответственно, снизу слева у нас ревайт, который свои сеты сыграл 1-1. Так, приходит разведочка от ревайта, все видит, то же самое можно сказать и про уеда. Так, обман произошел, однако. Толкеров спалил. Пошли красные толкера, походу, чекать, да? Нет, они так немножко посмотрели в разные стороны и пошли обратно. Не спешат оба игрока ставить здание. Тут, смотрите, играет проба. Ревай, то есть всегда играл в торге, тут решил сыграть роба. Так что это плохие новости для уеда, однако. Блин, прикольно, прям все симметрично абсолютно. За исключением вот таких вот зданий. Ух ты! Это не просто роба. Это роба под 3 ВГП пуш. Фига себе. А тут как бы блинк на середине только. Чисто номинально это выглядит печально. Опа, 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 опа. Какая встреча. И пошел уже контроль. Уже минус один сталкер. Да, варп от ревайта. А тут как бы не за что сражаться. Тут внизу только пилон. Ну, сейчас будет показывать всю силу контроля на... Получается... Пинге, ревайт. 5 сталкеров и рекол пошел. Ага. Что происходит? Ух ты. Пробиты хитпоинты. Оп-оп-оп. Надо не палить, чтоб я, блин, только... Обсервер. Ой-ой-ой, тут что будет? Палево, 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 да. Палево есть. Ну, давайте посмотрим. Наверное, сейчас придет уед пытаться драться за вот эту прокси. Нет, не приходит. Вот это, наверное, надо открыть. 10 сталкеров у уеда. Но тут появляются сентрики. Ай-яй-яй, а вот уже и нету плюс 10 сталкеров. Ой, плюс один сталкер. И у ревайта плюс по лимиту. Он надо, наверное, восстановить там гейт. Там, правда, иммортал уже есть первый. Короче, это печалька.
Уе перемудрил, получается. К тому же тут не получится прям прыгнуть в Иммортала, потому что есть товарищ Призма. Ну, как вариант, тут чисто накопиться попробовать, не спешить. Ну, Ревайт, смотрите, исполняет какую-то дичь, как бы. Он какую-то призму отправил. То есть он контролить не хочет, получается. И как бы опасная эта ситуация происходит для него. Но, с другой стороны, тут может залететь какой-нибудь... О, ура! Это супер мув! Я думал, как он сделает? А я думал, нифига у него нет. А у него есть, у него есть. О, еще и Immortal забирается. Охренеть. Круто, круто, круто. Еще пилон решил забрать. Так, Сентрика забрал. Можно забирать, кстати говоря, еще одного. Ай-яй-яй, тут трико, КД. Ну тут, смотрите, адепты подошли. Ну там, конечно, супер денежный размен произошел. Так, очень интересно тут. Призма не теряется, это хорошая новость для зеленого... Ой, для красного процесса. Ну, адепта тут нарубили нормально. Ну и лимит больше все равно у красного протоса. Так, переводятся рабы. Иммортал второй опять появляется. Ну и надо опять копить вот эту вот тему, чтобы ваншотать. Не знаю, как это получится у Еда. У него 17, 18 сталкеров, там 10. То есть, конечно, один Immortal за двух, за четырех сталкеров это не прокатывает. Так, пошел взрыв, минус Immortal, минус батарейка. Ну, по-моему, минус уед все-таки. Immortal там, конечно, набаловался. Да, GG пишет. Уед. Так, на этом у нас КВ заканчивается. Так, ну, в общем, сейчас чекну, что вы там написали. Такое как бы тоже бывает. Сейчас подставлю счет. У нас 3-4. Всем, собственно, спасибо за просмотр. Не болейте. Играйте в StarCraft. Не смотрите телевизор. Всем пока. Следующее КВ у нас будет против американцев. Это обычное время. 9 МСК. Следующее воскресенье. Всем спасибо за просмотр.